Всем привет! И сегодня хочу вам рассказать о своих покупках косметики в Штатах. Начну я со своих самых последних приобретений. Первое, что я купила себе, я купила тональную основу от Neutrogena Long Wear Makeup. Это новая тональная основа с SPF 20, корректирующий тон комплекс. У меня в оттенке Nude. Так выглядит тональный крем. Покупала его специально для того, чтобы снимать видео, потому что видео выделяет все недостатки кожи. Вообще в обычной жизни мне в таком жарком климате тональный крем не нужен. Ну и было, конечно, интересно попробовать. Упаковка мне здесь абсолютно не нравится, но такие упаковки у Neutrogena все. Ее надо выливать на руку, она достаточно густая, эта основа. И потом уже наносить. Единственное, она не перекрывает так сильно недостатки. Она вот именно для выравнивания тона кожи. Какие-то пигментные пятна небольшие, может быть, покраснение уберет, но не больше. И для того, чтобы наносить эту основу, я купила набор спонжиков латексных. Люблю я эти спонжики. Здесь продаются везде бьюти-блендеры, но не так я прикипела душой к бьюти-блендерам, как к обычным дешевым спонжикам. Тем более здесь вот такая вот упаковка в 15 спонжиков стоит $3. Следующая моя покупка — это Neutrogena солнцезащита для лица с SPF фактором 30. Clear Face, она не закупоривает поры, у нее достаточно легкая текстура, написано, что 80 минут она водоустойчивая и не содержит жиров. Действительно, очень хорошо выглядит на лице, не создает при вспышке белых отбликов и защищает лицо, даже когда солнцепек сам я с ней ходила, не обгорела. Ну так выглядит сама консистенция. Сначала белая, но потом становится абсолютно прозрачной, увлажняет кожу ко всему прочему. То есть этим кремом можно пользоваться отдельно, как просто увлажняющим кремом с утра, да, перед походом на пляж. Единственное, что она создает блеск. Вот разница на двух руках. Лицо, конечно, с тем блестит, но если вы идете на пляж, мне кажется, это не сильно значительно. Дальше я купила себе два набора кисточек от Eco Tools. Переложила их уже в один чехольчик. Первый набор кисточек я купила для лица. Шел набор из 5 кисточек. Вот так они выглядят. Набор стоил, по-моему, около $20. Цены, которые представлены на Herb, действительно здесь в магазинах. Кисточки очень мягкие, приятные. Я не могу сказать, что это прям полноценный набор для лица, скорее для контурирования, потому что вот это для румян подойдет, но для пудры никак. Для глаз, может быть, для контурирования носа, для консилера, тоже для консилера. Очень мне нравится качество, ни один волосок у меня не выдрался, я их, правда, еще не мыла. Также у них мошки очень приятные, бамбуковые. И посмотрите, какое здесь оформление. Красиво, да, оформление? То есть здесь на цветном фоне какие-то рисуночки. Очень приятно. И что самое главное, эти кисти не массивные, их можно брать с собой в путешествие. И второй набор, который, по-моему, стоил $10, как-то так. Набор для глаз. Вот такие здесь кисточки. Набор для глаз шел в таком вот чехольчике приятном. И у меня все кисточки помещаются в этот чехольчик. Цены очень радуют за такое качество кистей. Я, наверное, еще позже смотрю к другим кистям Eco Tools. Дальше серия Mass Market. Я купила себе тушь от CoverGirl. Зелененькая, 200 раз увеличение объема. Сейчас она у меня на глазах. Всем она мне нравится. И щеточкой, и как держится. И всем вот такая у меня щеточка. Силиконовая. Продавалась тушь отдельно, щеточка была, отдельно флакончик туши закрытый. Называется она Clump Crusher by Lash Blast. Очень хорошая тушь, за свои деньги стоит в районе $10. Дальше тоже в аптеке я купила румяна от Milani в оттенке 01. Это запеченные румяна, которые содержат в себе шиммер. У нее очень красивый цвет. Очень красиво цвет. Опять же, у меня сейчас это на лице. Очень приятно они блестят на солнышке. Упаковка здесь, конечно, так себе. Здесь идет набор и кисточка, и маленькое зеркало. Упаковка совсем пластмассовая. Мне не нравится. Развалится, скорее всего, быстро. Но качество теней, вернее, румян, очень-очень хорошее. Держатся они долго.
И что самое главное, они очень красиво смотрятся на коже. Следующее, что я себе купила, это продукты для бровей от фирмы Milani. Насколько я знаю, это американская фирма, да, сделана в США. Один карандаш для бровей с кисточкой на конце в цвете темно-коричневый. Вот так выглядит. Очень мягкий карандаш. Мне нравится, что он сам выдвигается, что его не надо точить. Очень у него приятная щеточка. Я сегодня первый раз пользовалась этим карандашом. Все понравилось. Всем меня он устроил. Стоит какие-то копейки, 2 или 3 доллара. За такую цену просто находка. И гель для бровей. Просто обычный прозрачный гель для бровей с небольшой щеточкой идет. Укладывает брови намертво. То есть с ним надо быть аккуратным, красиво сразу уложить брови, иначе потом с ними уже ничего не сделаешь. Но это мне нравится, потому что брови у меня обычно во все стороны лежат, в какие не надо, а этот гель их прекрасно держит. От компании Wet n Wild, это тоже американская фирма, написано, что сделано в Мексике. Я купила себе черный карандаш. Мне нужен был какой-то черный карандаш, который я хотела взять с собой в госпиталь. Взяла самый дешевый за 2 доллара и... Он мне так понравился, опять же, он мне сегодня на глазах, потому что мне очень нравится пользоваться косметикой, которую купила, мне все очень-очень нравится. Такая у него линия. Он хорошо растушевывается, но при этом хорошо держится. У него сзади такой есть резиновый спонжик, и он достаточно хорошо растушевывает этот карандаш. Через минут 5 или 6 этот карандаш перестает растушевываться так хорошо. Он, конечно, не водостойкий и не суперстойкий. Если потереть глаза, можно что-то стереть, но на глазах он у вас все равно останется. Дальше купила себе 2 консилера. У меня небольшие неприятности с кожей случились. Купила один консилер себе от CoverGirl, называется Clean Invisible Concealer. В оттенке самым светлым я его взяла, потому что брала его под глаза, всегда хочется высветлить именно эту зону. Немного он мне светловат на загорелую кожу. Когда его растушевываешь, его не так уж и заметно. Вот так он выглядит, видите, насколько светлее моего тона кожи. Он у меня сейчас на лице, и хорошо растушевав, его практически незаметно. Он очень хорошо тушуется, перекрывает синяки под глазами и не забивается в складки. Да, стоит он примерно 10 долларов. И последний косметический продукт, который я купила в аптеке, это тоже консилер фирмы Neutrogena. В общем, это консилер, который специально для прыщиков и высыпаний сделан. В оттенке у меня 0,5 Fair. Сейчас я вам покажу, как выглядит оттенок. Тоже немного светловат на мою загорелую кожу, но кожа лица у меня менее загоревшие, чем руки, хорошо тушуется, и он очень-очень плотный, то есть он перекроет все. Мне единственное не нравится аппликатор. Такой у него аппликатор, который крутится, да, и появляется продукт. Не гигиенично, особенно для прыщиков, поэтому наносить его все-таки лучше ватной палочкой. Но опять же скажу, прекрасное покрытие. Я думаю взять себе еще один такой, оттенком потемнее, чтобы пользоваться сейчас. Это все с аптечными продуктами, с фастмаркетом.